6 лютого біля входу до Дніпроцивільпроекту відкрили пам'ятну дошку його засновнику та директору, учаснику Другої світової війни Павлу Антоновичу Заваліничу. На цій посаді він пропрацював із 1959 по 1974 рік. На відкриття пам'ятної дошки зібралися як колеги Павла Антоновича, так і його підлеглі. При його активному участі от в 60-70-ті роки застраивался город, и то, что вы сейчас знаете, как вот спальные районы такие, которые во многом формируют, так сказать, структуру города, реконструкция центра, все это делалось при его активном участии. Он для меня судьбоносный вообще, судьбу мне сделал. Получилось так, после института я пришла работать сюда. Работал мой свекр начальником электроотдела, а я была в сантехническом. И он конфликтовал с партийным боссом. И решил на мне отыграться, этот партийный босс. И написал, что меня уволить из-за того, чтобы семейственности не было. Он вызвал меня, вызвал руководителя моего и спрашивает, она тебе нужна? Тут очень нужна. Иди работать, чего ты здесь сидишь, говорит мне. И с тех пор я до пенсии с института, я проработала вместе с инженера до главного специалиста. Это скромнейший человек. В 66-м году на работу принимал он меня. Я с ним работал очень долго. Толковый, добрый, порядочный. Все в этом человеке сочеталось. Поэтому коллективы института, оставшиеся, вот, решили увековечить память этого человека. Мы искали родственников, но не нашли никого. Поэтому мы взяли на себя все это дело. Невтішні новини щодо закриття Дніпропетровського державного проєктного інституту житлового і цивільного будівництва і колишніх, і теперішніх працівників приголомшують. К сожалению, институт фактически не работает сегодня уже там по разным причинам. Их сейчас там исследовать бессмысленно. Но тем не менее, это уже такая перевернутая страница истории города. Это для нас, как говорится, потрясение просто, понимаете? Проработав здесь всю жизнь, вот я контактирую уже с такими людьми, как я, мне уже 85 лет. Мои подруги все, которые работали со мной, они говорят, для всех большое потрясение это, что закрывается институт. Институт должен всю жизнь работать. И вот вдруг закрывается, нам непонятно, нашему возрасту проработав столько. И поэтому очень обидно и жалко. Объемов нет. Проектировать надо, ведь я здесь проработал 20 лет, команда была всех абсолютно специальностей, архитекторы, конструкторы, сантехники, электрики, связисты, ну все. Поэтому обидно и жалко, что такой институт, это остатки, вот вы сейчас видите вот этих стариков, это остатки, как говорят, прежней роскоши. Может быть, еще опомнится руководство города, не знаю, это в их руках.